Высокий процент выполнения ремонтных работ на мосту через реку Поспеловку – 60%. Почти завершена работа на переправе через Калмантай в селе Илюшкино Павловского района. На мосту через реку Хмелевку в Сурском районе работы выполнены примерно на треть. Уже демонтировали 6 балок пролетного строения и установили 8 новых. Сейчас занимаются армированием тротуарной плиты. Сейчас делаем подготовку опалубки, заливку бетона, подготавливаемся, армируем сетку. Временную дорогу заезд делаем с этой стороны, вот со стороны Шумерле, вот, чтобы бетон заехал. Завтра будем бетон принимать. На объекте работает 12 человек. Трудятся, чтобы вовремя закончить ремонт моста. Им помогают 2 единицы техники. В Ульяновской области и Республике Мордовия протекает река Водолейка длиной около 20 километров. На реке есть мост, который давно нуждался в ремонте. Сейчас строители активно занимаются его восстановлением. Разобрали мостовое полотно и береговые опоры. Приводят в порядок и усиливают балки пролетного строения. Работы выполнены на 22%. Подняли 12 балок, поменяли рочи на них, подвесили подвесов, пескоструили. И сейчас вот в данный момент идет подготовка для принятия бетона. Переправу восстанавливают 10 человек с использованием 2 единиц техники. Работы идут по плану. На переправе через реку Елшанку ведутся работы по укреплению берегов и основания моста. После начнут обустройство проезжей части. Уложат асфальт, установят барьерные и перильные ограждения. Мост через ручей Белый Ключ в Сурском районе закончен практически на 80%. Происходит устройство щебеночного основания из фракции 4070 щебеночного. До этого мы производили разработку грунта, разборку дорожной одежды, застелили песок в отметочку, все уплотнили. Сейчас застелили геотекстилем, ну и вот селим 4070. На объекте работает 2 экскаватора и 1 каток. По всем объектам работы обещают завершить в течение этого дорожно-строительного сезона.